Аттракцион невиданной честности. Забывчивому железногорцу железнодорожники вернули 1 237 тысяч рублей. Сверток с деньгами мужчина потерял в купе поезда, когда возвращался в краевой центр из командировки. Пакет нашел его попутчик Дмитрий Дружинин, по совместительству начальник железнодорожной станции Боготол. Деньги мужчина не присвоил себе, а отдал на хранение начальнику станции Красноярск. Позднее находку в целости и сохранности вернули хозяину.